Сегодня смотрел ваш видеоурок, нашел статьи про мышление ментора и вегетативную гибридизацию. Удивлен, что ученые не воспринимают эту действительность. Как они могут воспринимать, когда они доверчивы и невероятны? Им эти сказали, этого нет. Точка. Помните это? Жаль запоре чушь, вегетативная гибридизация. И это из уст этих выпускниц вегетативной. А самое смешное, когда они говорят, у нас шикарное образование. Это значит, долбили ему. Это и есть образование. Вот. А правда, они не знают. Так, это явление существует, его хорошо знают зоологи. Ну вот смотрите, вы тут сами попались в ловушку. Особенно зоологи, то есть особенно серьезные коневоды и собаководы, занимающиеся племенным разведением породистых животных. Спросите их, и они подтвердят. По аналогии с растениями, у животных одного и того же вида также проявляются признаки влияния генов всех особей рода линии. И коневоды, и собаководы знают о большом влиянии первой вязки, случки, на все последующее потомство данной кобылы или суки. Если первую вязку не доглядели, она прошла случайно с дворнягой или кобелем другой породы, то эту суку выбраковывают из племенного разведения, так как все последующие пометы будут нести гены первого кобеля. И щенки не будут чистопородными. Каждая последующая вязка этой суки с другими кобелями будет суммировать гены предыдущих кобелей и выражать их потомство. Это факт. И дальше. По сути, вегетативная гибридизация. С уважением, Арсен Спартаков. Уважаемый Арсен, тему вы подняли. Очень важную. Очень. Она касается не только, ладно, суки, кому надо, знает. Не только этих собак, коней и прочих кобыл. Об этом кому надо, тоже знает. Вот. Дело в том, что это переносится еще и на растения, мы назовем нас испытателями, и на людей. Вот. Но эта тема запретная. Смотрите. Почему все, что вы сказали, не имеет никакого отношения к садоводству? Вегетативная гибридизация – это прививки. И вот здесь я написал ВГ, вегетативная гибридизация. Ответ мой. Здесь нет понятия пола, мужского или женского. Понимаете? Когда-то проблему эту не вы подняли. Вы просто ошиблись. Одни, вот эти вот факты, вязки и прочее, не имеют никакого отношения к этим гибридизации. Еще раз. Нет понятия пола, мужского, женского. Вот, смотрите. Дальше. Я пишу. Тысячи людей... Вот когда занимались ВГ, одни отрицая, а другие доказывая. И те, которые доказывали, потеряли работу, здоровье, десятки лет жизни, а многие закончили вот так. Теперь в тюрьмах. А другие блестящие карьеры на отрицание ВГ. Хотя они не правы. И вот сделать карьеру наоборот получается. Отрицание ВГ – это есть уже наука. Но это я так считаю. А нас так мало на всю страну, а может быть на весь мир, нас единицы. Вот. И я вывод делаю такой. Увы, ваша правда только при семенном размножении. Вот. У меня есть примеры. Называется эта наука, знаете как? Телегония. Вот. Сейчас мы немножко, я коснусь чуть-чуть, раз уж вы затеяли этот разговор. Вот нарядная фигура. У нас обмыло с крушами, с лукашевками. Вот так. Результат. Видите, лукашевка никогда не был с красным боком. Вот. Я это называю беспорядочные половые связи, без зачатия. Вот. Ну, это один из моих примеров. Вот это вот у меня алыча, так? Я забыл, как называется. Вот бирка висит, я недавно наткнулся на нее. Просто шарился по интернету. А у меня же как получается? У меня ничего случайно не бывает. Шарюсь, во, как будто нарочно кто-то моей рукой водит по мышке. И вот получается, что это ЛЧ. И только тогда я вспомнил, боже мой, какой я этот самый. Я же говорил, что этому самому Чернобаеву, нету у меня розовых венгерок, нету. А он брал у меня черенки. А теперь представим себе, что венгерка темно-синяя, она же рядом, опылила ее вот это самое, а она попала в гены. Мы видим
эти синие плоды, а когда взяли черенок и получили розу. Может быть, и тут смотрите, подвой розовое, абрикос, это у него незаконно рожденный, то есть на абрикосе, с плодами розового цвета. Синяя венгерка стала розовой. И я всем говорю, вот он ведь телекинез. А вот это телекинез. А теперь, и как всегда, осмешанный сад. А помните, как меня припечатывали к позорному столбу? А у вас смешанный сад. А случайно эти самые. При этом, значит, обязательно при получится у вас дички. И меня обвинили во лжи и непорядочности. Но я пытаюсь только, ну это понятно, тем более, что с ним взять-то, ну. Ну что с ним взять-то, господи, если бы они хоть что-то понимали, я бы хоть переживал бы. А так-то они же вообще, я пробовал у них понять, где их сады, молчат, где ваши сады, ну чтобы поспорить, давайте у вас наоборот получаются, да, результаты. А какие результаты, у кого нет сада? А цитаты 90-летней давности, да что же это за наука? 90 лет назад. Кто-то взял два круглых деревянных колеса, соединил рамы, тряпку на раму еще в виде седла, так? Цепи еще не было. Не было. Просто колеса крутились, вот так, соединенные рамы. И отталкиваясь ногами, с горки поехал. Вот это назывался первый велосипед. Вот так, вот ваш уровень, как тот первый велосипед деревянной рамы. И вот получается, что? Получается, что теперь есть или вегетативизация, розовость пошла от подвоя, потому что абрикосы розового цвета плоды. И вот добавилось, ну вот буквально, как нарочно, еще несколько дней назад. Да вот же рядом она, зараза, растет. Вот она могла опылить, а проявилась уже в потомстве. Вот так. Ой, и не исключаю телегонию. Вот смотрите, вам огромное спасибо, Арсен Спартакович, огромное. Да как бы не вы, пусть у вас это ошибка. Еще раз говорю, нету у Екатерины Гереды нету понятия пола. А значит, некому это вязки не будет. Все, ладно.